Всем добрый день! Сегодня я предлагаю вашему вниманию действенную омолаживающую маску из натуральных компонентов для кожи вокруг глаз. Эта маска даст отличный эффект подтяжки, избавит от морщин, мешков, темных кругов вокруг глаз. Для приготовления эффективной омолаживающей маски потребуется 3 компонента. 2 чайные ложки сметаны. Сметана помогает бороться с морщинами благодаря содержанию витамина А. Защиту кожи обеспечивает витамин ПП, входящий в состав. А витамин С, содержащийся в продукте, действует как природный антиоксидант. Конечно, речь идет о натуральном качественном продукте. И еще помните, чем суше кожа, тем жирнее должна быть сметана. И наоборот, при жирной коже продукт должен быть с минимальным содержанием жира. Второй компонент, который нам потребуется для маски, это зеленый чай. 1 чайная ложка заварки зеленого чая. Зеленый чай отлично увлажняет, смягчает, разглаживает. Улучшает цвет кожи, увеличивает ее защитные свойства, борется с преждевременным старением. По количеству полезных свойств зеленый чай может заменить целый витаминный комплекс. Это эффективный и доступный компонент ухаживающей натуральной косметики. Третий компонент, который нам потребуется, это масляный витамин Е. Потребуется 5-6 капель, если у вас во флаконе. У меня в капсулах, я возьму 1 капсулу. Витамин Е, токоферол, или как его называют, витамин молодости, является самым востребованным веществом, которое используется в косметологии. Он входит в лучшие рецепты средств от морщин вокруг глаз. Он считается отличным природным стимулятором образования новых клеток. Чтобы приготовить маску, в первую очередь нужно взять 1 чайную ложку зеленого чая и заварить его 1/3 частью стакана кипятка. Дать настояться в течение часа. Когда чай настоится, взять для маски 3 чайные ложки настоя. Чтобы приготовить маску, соединяю все ингредиенты. Сметана, чай и капсула витамина Е. Тщательно смешиваю все ингредиенты. Вот такая однородная масса у нас получилась. Масочка готова. Теперь я беру 2 ватных диска и разрежу их пополам. Так нам будет легче использовать маску, потому что, как видите, она жидкой консистенции. Нужно смочить в приготовленном составе половинки ватных дисков. И на предварительно очищенную кожу выложить их на зоны под глазами и на верхние веки. Выдержать 15 минут, смыть теплой водой. А оставшуюся заварку зеленого чая можно использовать в качестве тоника. Для закрепления результата нанесите на кожу свой уходовый крем. Использовать маску можно по необходимости. А результат вы заметите уже после первого применения. Можно применять маску курсом в течение месяца 3 раза в неделю. Не забывайте делать тест на аллергическую реакцию. А я вам желаю всего только самого доброго. Будьте здоровы, красивы. Делитесь видео с друзьями. Делитесь своим опытом, как вы ухаживаете за кожей. Мне будет интересно. Спасибо, что были со мной. Пока.